Рыбаки. Папа рисует. Зам, 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 маркер, зам. Я маркер зум, и я рисую крутые машины. Друзьям два раза зум-зум. Приступим. Сегодня мы рисуем зеленый автобус. Что я, как маркер зум, люблю в автобусах? Я вам скажу. Мне нравится, что это самые большие машины в городе. Правда, бывают микроавтобусы, но сегодня мы рисуем макроавтобусы. Макро-макро, самый макроавтобус, это автобус зум-зум. Рисуйте прямоугольник. От конца и до начала, слева направо, сверху вниз. Чем он больше, тем круче. Два маленьких колесика. Все остальное место на нашем автобусе будут занимать стекла. Чем больше стекол, тем лучше и будет светлее внутри автобуса, и пассажиры будут улыбаться. Кто из нас не ездил на автобусе во время путешествий, поездок в школу или в кино? Можно наблюдать и налево, и направо. Ох, чем больше окна, тем лучше. Свой огромный квадратный автобус я покрою ровным слоем зеленого маркера. Стекла я трогать не буду, немного заштрихую. Вот так. Раз-раз-раз. Улыбается водитель. Проходите, проходите. У окошка место есть. Не желаете присесть? А на моем автобусе полоски как на глобусе. Мы объедем целый свет. Вы садитесь или нет? Я правда обожаю автобусы. Это потрясающие машины. И когда вы будете делать контур, уделите внимание деталям, ребята. Зум-зум-зум. Нарисуйте все четко и ровно. Понимаете, автобусы ездят по нашим городам. Они должны быть красивые. И не такие страшные, как другие виды транспорта. Рисуя свой автобус, я стараюсь показать всю чистоту и прозрачность, блеск автобуса. Стекла, металл, сиденье, мотор, дорога. Как я это люблю. И если у ваших родителей есть автомобиль, и вы часто передвигаетесь на нем, то попросите родителей прокатить вас на автобусе. Придите и скажите: «Папа, почему бы нам не совершить путешествие на автобусе? Это будет так здорово!» Об этом говорит даже маркер зум. Зум-зум-зум! Ну что ж, мой огромный зеленый автобус почти готов. Он мчит меня с ведерком к незабываемым путешествиям. Удачи, ребята, в ваших рисунках! Не останавливайтесь на достигнутом! Зум-зум! Рыба-кит, папа рисует. Подписывайтесь на канал, ждите следующие работы маркера зума, а пока смотрите другие ролики на нашем канале. Их довольно много, и всегда появляются новые.